Четвертый сезон, последний. Под GTA 4. Вань, беспредел. А нехера, алло, тут лежать. Все, ребята, как я уже сказал, все, ребят, у нас немножко правила изменены, там в описании от канала можете почитать, если хотите, самый последний. Так что все равно это является правилом, так что правила канала и всего. Если что-то здесь вам не устраивает, то лучше извините. Я просто наслаждаюсь игрой, получаю удовольствие. Веселюсь. Конечно, я хочу кооперативный режим, но у меня не получится, потому что у меня выйдет только несколько игр кооперативно с одним другом. Всего две игры. Это Splinter Cell и Jack of Clones 2, мультиплеерная. Где-то так просто называется. Или как там по-другому. Вот так, Ванса. Можно, если только захотите. Мы по-другому играть мы не можем, можно так сказать. Насколько может быть вообще нас отключат. Все. Ну, буквально, в смысле то, что мы делаем, то вообще больше не сможем. Так что придется сказать. Не закрыть мне тут свой канал, если так будет честно бояться. Потому что все здесь зависит, а не от нас, а от тех, кто подает нам жалобы. Вам же вечно что-то не устраивает, ведь так. Ну, значит, нам будет все равно, скажем так, для зрителей, на подписчиков почти. Но на самом деле я не хочу проигрывать. Но сами понимаете, что это уже все, ребят. Я не могу общаться с вами, с вами. Но я могу все равно ответить, только если будете задавать вопросы просто под видео. Я отвечу. Но я не то что не замечаю, и не вижу, и не читаю. Просто у вас их нет. Может, вы же не пишете. Я это хотел сказать.
Потому что все зависит от того, то, что вы же не пишете никто же по двери. Даже без живого стрима. Все равно же вы не пишете. Яху! Красава приземлились. Нихуя себе, я сейчас в физическом состоянии. Шумно. О, даже выходить из машины не надо. Окей. Просто подъехал и вылечился. Погоня есть, погоня. Перестрелки есть, перестрелки. Старое доброе место. Не, не меняем. Мы используем только вот этот. Да, но укрытие не подходящее. Мы почти весь открытые. Те места. No escape. Drop your weapon and step forward. I need backup. I ain't no gang shit. Stick it up your ass, Einstein. Я только недавно вылечился. Недавно использовал все необходимое, а у меня все испортили. Ну давайте, кто там следующий? Будем сражаться до самого конца, до последнего вздоха. Там есть броня снаружи.
специально не успею, потому что там вертолет, во-первых, во-вторых, они бегут сюда из спецназа. Не, я так потрачу патроны. Don't make things worse! Yeah.